Привет, друзья! Ну вот и пришла зима. Мало того, что пришла, так еще и грянули морозы. Ну, небольшие, где-то до минус 5 градусов ночью. И у большинства грибников закончился грибной сезон. Но только не для грибоедов. И что же можно найти в зимнем лесу, спросите вы? Оказывается, есть грибок, которому не страшны морозы. Он так и называется зимний опенок или фламулина. Так вот, сегодня мы идем на поиски этого замечательного гриба. Для любого грибника зимний опенок или фламулина – это ценная находка. Особенно в зимний период, когда других грибов просто нет. И вы сегодня узнаете, как найти зимний опенок в зимнем лесу. Так, идемте быстрее, потому что я не могу терпеть. Я хочу найти этот гриб. А вот это неожиданность. По-моему, это вешенка. Смотрите. Ищем фламулину. И попалась нам вешенка. Уже тоже замерзшая слегка. Но буду срывать, конечно. Отличный гриб, отличный. Так. Оп. Оп. О! Ой, красота! Ой, какой грибок! Видите? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Какая прелесть! А, приятно пахнет очень. Так, вот эти грибочки тоже заберу, конечно. Конечно. Видите? Да. Ай-яй-яй. Ай, какая прелесть! Оп! Такие уже подмерзшие слегка. И опять нашел я вешенку. Вот, только она уже такая подсушенная. Совсем подсушенная. А вот обратите внимание, как интересно. У основания вот такой вот пушок. Да? У основания этого грибочка. Вот такой вот интересный. Интересная такая особенность у вешенки. Вот, ребята, а вот и первая фламулинка. Вот она. Ага, вот еще и с другой стороны дерева. Вот, посмотрите, какая прелесть. Какая прелесть. Уже вот такая подмерзшая совсем. Вот такая вот симпатичная кучка. Симпатичная. О. Сейчас я сорву. Ее оп. О. Видите? Вот она, фламулиночка. О, а вот еще находочка. Вот. Видите, по всему дереву пробивается этот чудесный грибок. Уже, правда, подмерзший. Но, как вы знаете, ему это не страшно абсолютно. Даже если он сейчас замерзнет, начнется оттепель, и грибок будет дальше расти. Вот такое чудо. Посмотрите, как интересно. По всему стволу пробивается сквозь кору вот эта фламулинка. Ай, какая прелесть. Вот сколько силы, да, в грибе, что он буквально разрывает кору. Так. О, какая маленькая кучка. О. И вот здесь, смотрите, как прирос к коре этот грибочек.
Так, ну что, попробую вот так срезать. Оп. И что? Чего мы добились? Ну, в принципе, удалось. Зимние опята в основном растут с ноября аж до начала весны. Гриб не боится морозов. В этот период просто останавливается их рост, а с началом оттепели грибок снова становится эластичным и растет дальше. В замерзшем состоянии фламулина не теряет никаких своих свойств, поэтому собирать ее можно и в замороженном виде. Как же найти фламулину в зимнем лесу? Гриб растет в основном на лиственных деревьях – ива, клен, осина, тополь, на срубленных и гниющих деревьях и на пнях. Излюбленные места зимнего опенка – это побережье водоемов, болотистые места, а в лесу предпочитает низины, где сохраняется влага. Чтобы найти фламулину, надо смотреть не только под ноги. Мало того, что будет не лишним заглядывать в дупла, потому что часто там гриб растет большими семьями, но и поднимать повыше голову, так как опенок может поселяться на высоте до 3 метров на деревьях. Так что, ребята, срочно собирайтесь в зимний лес, потому что сбор фламулины доставит вам огромное удовольствие. О-хо-хо-хо! Вот еще фламулинка! Во какая! Видите, какая яркая на фоне снега. Обратите внимание, где растет зимний опенок. Вот у нас водоем. Здесь такая зона влажная, с повышенной влажностью. И рядом на бревне вот она и сидит. Понятно? Да. Прямо сверкает, как кусочки янтаря. Скажите, красивое зрелище. Ой, моя красавица. Фламулинка. Ой. И дальше, 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 дальше по этому дереву. Вот, видите, семейка. Дальше, 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 дальше. Вот, смотрите. Видите? Все дерево по чуть-чуть вот так вот усеяно этим грибочком. Ребята, что я нашел? Посмотрите, это фламулиновое дерево удачи просто. Ничего себе, все дерево в шикарных пучках зимнего опенка. Гляньте, вот это замерзшая фламулиновая семья. Да, вот такая совсем замерзшая. Ну, знаем, что этому грибу ничего не страшно. Вот, а вот смотрите, выше, выше. Какой красивенный букет. С ума сойти. Ого. А вот выше еще один. Тоже красивый. Ну, немножко подсохший сверху. Но ничего страшного. Ну вот и закончился наш сегодняшний фламулиновый поход. Бегу домой и буду клепать это видео. Ну, для того, чтобы вам показать. Пока подписывайтесь на мой канал и до встречи на канале Грибоед.